60-я серия, участок Мурманск-Магадан. Эта серия будет пройдена 81, будет пройден 81 километр. Движение в сторону, движение на восток, короче. Так, в середине видео титрами отметил, где было ДТП, ссылку на это ДТП я размещу в описании, чтобы проще было искать. А так, участок малонаселенный, с левой стороны по ходу Транссибирской магистрали. Будет пройден населенный пункт Семиозерный. Стрелкой и титрами отметил это место. 40 километров. Других достопримечательностей нет. Ну, будет еще титры на населенный, на станцию, населенный пункт Топтугоры. И все. Да, все. Смотрим 160-ю серию. Это такая подъем на горку, две полосы и правый поворот. Эти отбойники, два сегмента другого цвета. Бензина 5,3, пройдено 550, запас хода 680. Да, но стоянку, конечно, возле Могучи, возле поворота на Могучу, сделали цивилизованную, заасфальтировали. Вроде бы даже и буфет там, столовка какая-то есть. Но минус — нет заправки АЗС. А так было бы очень даже цивилизованное место для отдыха. Водовозами догоняет.
Америка. Показатели. Тогда сказали, что примерно 40 километров до Могучи ехать деление. Стояночка сделана замечательно. Подводит уже многие вещи.
видно было поворота. Thank you.
даже здесь. Никто даже здесь. Как начинался зацепили. И всех потащили наверх. Я шел по крайней левой полосе. Ну не по встречке, а он по правой. Наблюдал меня в окно, в зеркало. Темно, ничего не видно. В этот момент
очередной подъем. Латали. Надо же, проскочил тот поворот. Ё-моё. Да, печально. Ну, Семиозерный справа была заправка. Она и сейчас там такая же.
ничего не изменилось. Надо же, а? А какой же километр? Даже километра за 4 до Семиозерного это все было. Надо же, не узнал. К этому разговору, к этому месту, мы еще вернемся, потому что оно для меня значимое. Я думаю, вернемся. Обстановка, во-первых, полотно дороги изменилось. Там еще возле отбойника с левой стороны была обочина. Там можно было встать. Стирает все. Озерном я посмотрел, ничего не изменилось. Те же колонки,
на встречу со стоянкой Ерофея Павловича. Там с левой стороны большая открытая стоянка для грузовиков. А с правой стороны там отгорожено вроде бы кустами от проезжей части. Магазина я не помню. Да, далеко, далеко. Тут по лидеровке вообще нихуя нету такого. Ну, единственное, что-то можно прикупить на трех семерках, это от Нивера. Так, я тебе сейчас скажу, 1080 километр, блядь, там более-менее такой в кафешке продуктовый магазинчик, что-то есть такое. Ну. Чем? Далеко? 132 километра, 132. Спасибо, спасибо. Слева, справа? Ну, с левой стороны будет стоянка, а сам поселок или город, он с правой стороны. А стоянка слева, там огромная, мимо не проедешь. Значит, там магазин. Все, спасибо. Правда, такой момент есть. Я там в буфете почти не кушаю, потому что дважды останавливался и дважды брал печенку жареную. Но кушать ее невозможно, потому что ее жарили в масле, на котором до этого жарили рыбу. И вот дважды я так попадал. Так что повнимательней. Я вообще спрашивал за магазин, мне кафе не надо. Там сказали, что есть магазин. Ну, конечно, стоянка огромная, там и магазины, и в
буфет, все, что хочешь. Постоянно нахожусь в Москве, консультирую тех, кто здесь на Востоке, на Дальнем Востоке. Ну, это объяснимо, ребята, не каждый день катаются на такие расстояния. Полтора часа движения, и норма будет выполнена. А теперь можно немножко и по сторонам посмотреть. Прозевал это место, не узнал, конечно, позор. Ладно, на обратном пути что-нибудь. Синий ГИБДД.
метров стоянка. По-моему, я даже там ночевал. Внизу нет тмена. Следы троп, качество асфальта. Наверное, обратили внимание, сколько их попадается на дороге. Беру пробы, а после себя не заделывают эти отверстия, эти шурфы, или как еще назвать правильно. Вот такое полотно было раньше. Засветло, я должен приехать. Темные сопки, светлая полоса, облака. Ну а природа окружающая, сами можете видеть, осень вступает в свои права. Новое полотно.
большей степени хорошая и отличная. На отдельных участках ремонт. Но это явление временное. А вот то, что нету инфраструктуры, то слышали, сколько километров ребята проехали, даже сигареты купить негде. Ни магазинов, ни буфетов, ни киосков, ничего нет. Стоянки есть, но на стоянках только стоянка. Почему на стоянках не продают, не организовывают магазины там? Не для меня, конечно, буфеты, кто-то столовкой пользуется. Теле-2 это молодой оператор относительно.
Ущелье. Да, какая-то крупная железнодорожная станция. Для запуска техники зимой без аккумулятора.